архив, накопившийся за десятилетия работы, это наша с вами память. Вместе с ГТРК выросли целые поколения. И сегодня у нас и у вас, телезрители, есть возможность вернуться в прошлое. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из кинохроники. На этих кадрах 72-го года встреча в аэропорту Абакана олимпийского чемпиона Ивана Ирыгина. Школьники повязывают ему пионерский галстук. Спортсмен приехал в Хакасию через год, в 73-м году. И сегодня в какой-то семье наверняка хранится автограф легендарного борца. Мы рассчитываем найти тех школьников, кто был на этой встрече. Общение с олимпийским чемпионом наверняка помнят ребята, которым сегодня уже больше 50 лет. Если вы узнали себя или своих знакомых на этих кадрах, звоните к нам в редакцию. Также, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, сообщите об этом. Мы попытаемся найти уникальные кадры для вашего семейного архива. Телефон нашей редакции прежний – 22 72 82.